Классно, правда? У каждого блогера должен быть свой сосед с ремонтом. А лучше два с двух сторон. Да? Адская жара слегка отступила. Я надеялась, я вам тут наснимаю. По факту в одном конце двора режут плитку. Прямо за мной там дом начали ремонтировать, оставив от старого только фундамент. А с третьей стороны двора там очень оживленная трасса, разрешенная к перемещению большегрузов. Они там, видимо, все едут. Поэтому пока видео на моем канале будут выходить очень короткими. А может, просто редкими или из старых запасов. Пока-пока.